В Палате предпринимателей Западно-Казахстанской области завершена работа по аккредитации ассоциаций и союзов малого, среднего и крупного предпринимательства. Оценку соответствия прошли 8 объединений предпринимателей, которым и вручили свидетельство об аккредитации. Как отметили в Палате предпринимателей области, свидетельства об аккредитации дают большие полномочия союзам и ассоциациям бизнесменов. Теперь объединения подтвердили выдвигаемые квалификационные требования и теперь будут работать в системе Национальной палаты предпринимателей. По предварительному оценке все ассоциации, 8 ассоциаций, мы считаем, что соответствует тем квалификационным требованиям, которые были утверждены Палатой предпринимателей. Соответственно, мы сегодня вручили сертификат об аккредитации. Те ассоциации, которые прошли аккредитацию в системе Национальной палаты, согласно закону о Национальной палате Республики Казахстан, имеют право участвовать в работе съезда Национальной палаты, президиума, а также комитета, в работе комитета Национальной палаты. На встрече также обсудили вопросы, касающиеся проведения регионального форума предпринимателей. Он должен пройти 14 мая. Предполагается, что 20 уральских бизнесменов примут участие в съезде Национальной палаты предпринимателей, который состоится в Астане в июне этого года. Было принято решение об аккредитации нашей ассоциации по поддержке малого и среднего бизнеса ТАТУ. Вот, нам выдано было свидетельство по аккредитации, которое теперь нам дает большие права и возможности по сотрудничеству с Палатой предпринимателей области, участвовать в их работе. И, конечно, одним из главных еще вопросов сегодняшнего заседания было это создание рабочей группы, куда мы вошли, по проведению форума предпринимателей нашей области. Ассоциации предпринимателей готовы принять активное участие в законотворческой деятельности, направленной на улучшение бизнеса в стране. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42.